Приветствую всех. У нас уже 8 июня 2024 год. Находимся мы в городе Славянск на курорте. Озеро Вейсовое, так называемый детский пляж. Суббота сегодня, утро. Людей немного, но все же присутствуют отдыхающие на пляже. Кто-то уже в воде, кто-то бродит по песку. Вода теплая, купаться можно, солнышко тоже есть, загорать тоже можно, кто любит погреться на теплом солнышке. Как видите, магазинчики еще не открылись все, места много на пляже. Пройдет еще чуть-чуть времени, все это позанимают, домики. Больше будет людей, потому что кто-то подобирается общественным транспортом, троллейбусами, маршрутными автобусами. А пока что вот такое количество людей, это кто-то пешком, кто-то своими машинами, велосипедами. Это, скажем так, первые отдыхающие. Всем хорошего настроения и пока!